Вы ни за что не поверите, в какую игру мы сегодня сыграем. Буквально вчера на просторах Steam, перебирая различные игры, я наткнулся на новую демку безумно страшного кооперативного хоррора. Название игры Pandicore, но главная ее особенность заключается в том, что абсолютно всю игру нужно проходить в полнейшей тишине. Нельзя издавать ни одного звука, ни одного шороха, ни одного слова, а уж тем более кричать. Ведь если, не дай бог, мы сделаем что-то громкое, монстр придет за нами. Друзья, всем огромный привет, с вами как всегда Олег Кофе и добро пожаловать на новое видео. Игрушка нереально крутая и безумно страшная. И вы можете представить себе, что происходило в игре, в которой нельзя издавать лишних звуков и говорить вместе с Андреем. Но вы просто понимаете заранее, что вас сегодня ждет. Ролик получился и вправду очень веселым и безумно страшным, ведь игра пугала до мурашек. Ну что ж, вам и желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забывайте заранее прожимать кнопку лайка и подписываться на канал. Ну а мы начинаем, погнали! Знаешь, Андрюх, в этой жизни есть только два пути. Либо ты шаришься по помойкам, либо ты шаришься по заброшкам. Мы с тобой какой путь выбираем? Я надеюсь... По заброшкам! Конечно, помойки не для нас. Ну что ж, сегодня мы с тобой отправимся в закрытую, какую-то запрещенную школу, которая была заброшена давным-давно. И судя по слухам, там творится какая-то нереальная дичь. Чего я совсем слышу? Я не понимаю, что за... Я говорю, эхо просто, кошмар какой-то, я не понимаю, что происходит. Итак, смотри, я знаю, что тебе нравится. Смотри, мы с тобой, как опытные, так сказать, челы, которые разбираются в заброшках. У нас, смотри, какое снаряжение вообще нормально, типа, тут дробовик. Это явно не для людей. Ты еще не все видел, вот сюда посмотри, вот на это. Ооо, дигл. Это нормально, хочешь сказать, или что? Это ничего себе, нормально вообще? Я не понимаю, у нас, мы какие-то реально жесткие типы с тобой, слышишь, раз у нас с тобой такое снаряжение. Да? Вот это жестко. Ну что ж, давай смотри, иди сюда. Соответственно, мы с тобой выбираем нашу зону дислокации. Пока что, так как это демо, нам доступна лишь только одна локация, и это школа. Это заброшенная школа. Раньше была школа для менее умных учеников. А, так для тебя школа, Андрюх. Базарик. Так все, мы к тебе, слышь, так это мы учился, значит, родное место пойдем сегодня, слышь, а? Так, ну все, ты готов, да? Мы тогда отправляемся. Конечно. Смотри, опять же, я не знаю, для чего вот эта справа шкала с микрофоном, с этим ползунком, да, громкости. Я надеюсь, что она не будет привлекать монстров, если мы будем издавать громкие звуки. Ну, как будто бы так оно и будет работать. Don't scream, давай. Да, поэтому нам с тобой нужно будет все это, судя по всему, проходить в тишине. Так, а вот это что такое? Подожди, здесь тоже. О, я забрал какие-то инструменты. Так, ну вот, смотри, короче, сюда подходим. Все, Андрюх, наш аппарат спускается с небес, и мы с тобой отправляемся на ту самую заброшенную школу. А, слышь, Андрюх! Ты слышишь меня? Андрюх? Да, да, да. Короче, там было написано, что чем громче мы говорим, тем больше внимания привлекаем. А вообще втихаря это проходить надо, прикинь. Тихо, тихо, заткнись, заткнись. Стюп! Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, я, Олег Кофе! Меня слышно? Да. Ой, я разговариваю. Я тебя слышу. Всем привет, дорогие друзья! Заткнись. Заткнись. Сюда, он здесь. Заткнись. Она, походу, на меня не реагирует больше. Просто заткнись. Валяйся. Ну подними меня. Просто заткнись. Заткнись, как я тебя поднимать должен? Мне... Ой, ты пизда. Нет! Да это бред какой-то вообще! Ты вообще идиот, что ли? Я понятно? Ты че орешь? Я тебе говорю, тише надо проходить, он кричит, блин, а! Ну ты реально валенок или что? Я понял? Тупица реально так, да, тебе говорю. Ты не умеешь проходить нормально вообще. Я тебе говорю, тише, звуки привлекают монстров, я в самом начале прочитал. Поехали! Бежит, кричит, просто налево-направо. Подожди, дай я фонарик заберу. А как, подожди? А там есть, Олег, и там есть, они мне вначале дают. Все, ладно, карте. Погнали. Давай, все, договорили, втихаря проходим вместе, понял? Прям тихо говорим, общаемся. Подожди, типа, без всем привет даже, типа? Ну, естественно, идиотина ты такая, а. Давай прям прям шепотом разговариваем, и все, но по-другому там вообще никак. Блин, ну пока мне игрушку очень нравится, реально. Все, вот с этой секунды говорим тихо, слышишь? Ага. Сынок. Давай, все, тихо, тихо. Ты меня слышишь? Да. Тихо, шепотом. Как вот так, что ли? Да.
нормально, это нормально. Тихо. Надо ли газовые связки размять? Аптечка, вот аптечка валяется. Олег. Заткнись. На счет три разбиваю газовую, разминаю газовые связки. Раз. Всем привет, дорогие друзья! Ты тупой, просто человек, реально огузок. Пойдем. Подожди, стой. Вот эту дверь что-то блокирует, мы ее открыли. Что блокирует? Пошли. Я тебе рот тряпку. Беги! Нет! Да почему? Я хотел тебя поднять. Ты можешь заткнуться или нет? Я не понимаю, а? Ты можешь рот на замке свой просто держать и не открывать его вообще никак, а? Ты реально бесишь меня просто по полной программе. Я не могу, ну так как играть с тобой вообще, я не понимаю. Так, а? давай успокоимся. Ой, как у меня... Мне нравятся звуки те, которые издает этот монстр. Это знаешь, это как будто... Это вообще очень странные звуки какие-то. Как будто кого-то убивают. Как будто режут кого-то просто. Это не звуки монстра, это какая-то пантера, гепард, я не знаю. Вот примерно животные такие же звуки издают. Все, готов, поехали, давай. Давай реально нормально, я тебя очень сильно прошу. Да. Готов? Да. Готов? Точно готов? Кажется, да. Смотрю на тебя, вижу. Лоха не вижу. Вижу никого. Да, я готов. Заткнись ты. Заткнись просто. Так, пошли со мной. Куда пойдем? Пошли со мной. Пошли просто прямо. Пошли просто прямо сейчас. Аптечки нету. Говори. Заткнись ты. О, верстак. А? Чё это? Что это? Это для какого-то предмета. Вот, смотри. Смотри, тут нарисовано. Андрей, слышь, Андрей. Это смотри. А? Лучше. Труба, верёвка. Да, труба, верёвка равно лестница. Или палка, я не знаю. Ты на... Только... Идиот. Запляжу. Я по лысине твоей дам, ты можешь рот свой на замке держать? А как, если мне кашель и соплю, я болею? Молчать секунду! Ты можешь просто, ну ничего, твоя задача просто молча проходить это, просто молча, шепотом говори! Как ты меня бесишь, я не могу... А что я сделал? Что я сделал? Сопляжуй ты, вот ты кто слышишь, а? Тварь животное! Как ты меня бесишь, я не могу реально, ты можешь просто варежку свою, вот просто... Ну я не понимаю, ну просто, ну как мог... Давай, ладно. Я не удивлен. Давай, я постараюсь. Там же было написано, что в этой школе учились тупые. Вот это чисто ты учился там, а? Идиот, блин, реально. Иди предмет возьми, слышишь? Какой? Вот взял. То, что там вот, да, лежит. Все, поехали, давай. Давай сейчас реально адекватно попробуем пройти. То есть смотри, наша главная задача выбраться оттуда. И чтобы выбраться оттуда, нам нужно что-то сделать, да? То есть какие-то предметы найти. Все, давай. Да. Давай, все, тихо. Это секунды. Так, смотри. Я не понимаю, он свинь слышал. Кажи. Там как будто батя бухой был.
видит или слышит? Ты меня слышишь? Да, да, да. Открывай шкафчик. Пила у меня. А что перед? Помоги. Как аптечку воспользоваться? Помоги, тварь. Да я подожди. А? Как? Я не понимаю. Как тебе? Он поднимает? Алло, подожди. Да-да-да, алло. Походу, он далеко. Блин, это очень страшно на самом деле, я тебе скажу так. Мне вообще нифига не нравится эта история. Вся. Пошли пока так, пешком нормально. Нас да не знаю, да нельзя бегать, нельзя. Мы звуки издаем. О, смотри, шкаф, в шкафу прятаться можно. Блин, ну как мы спрячемся в таком шкафу? О, веревка, веревка. Я веревку нашел. О, это для лестницы, можешь удалиться. Да. Открывай шкафчики. Ничего. Что там? Вот. А? От чего? Старый ключ. Закрыто. Так вот ключ. Нет, другой. Другой ключ нужен. Ты кого-то что-то слышал? Да. Что? Есть. Нам шкаф нужен. Тихо. Нам шкаф надо найти, в котором. Как выживать в этой игре? Объясните, пожалуйста. Как выживать в этой игре? Я не понимаю просто. Как? Как ее в этой игре, как это работает? Андрей,
мертвый валяется вообще фиг знает где. Блин, как же стрёмно. О, подожди. Открыли. Подожди. Подожди, что тут, что? Где шкафы, в которых прятаться можно? Ни одного шкафа. Блин, Андрюха, ну как так? Нас просто один момент разъединил, и все, это нереально пройти, я не знаю. Монстр слышит все очень хорошо, прям очень хорошо. Буквально каждое слово. О, это что? Стекло? Ничего. Может, стекло это отвлекающий маневр? И что, вы хотите сказать, что я сюда пришел только ради одного? Ради одного стекла? Бред какой-то просто вообще. Даже бегать нельзя в игре, потому что если ты будешь бегать, он тебя услышит. Блин, ребят, я не знаю, мне очень страшно. Я не знаю, где этот монстр ходит. Нам по-любому здесь что-то найти надо. Вот это что такое? Мне нужно что-нибудь, чтобы перерезать провода. Могу? А пила для чего тебе? Мне нужна аптечка, чтобы поднять этого оболтуса. Аптечку попробуем найти. О! Я могу перерезать провода. Нам аптечка нужна. Надо все быстрее делать, потому что я не могу, страшно. О, ключ. Возьми ключ. А что, не берется? Не берется. Просто ключ не хочет браться. Что за фигня? О, и это не берется. Походу, у нас перегруз по вещам. Дайте. Это очень важные предметы. Сейчас попробуем найти аптечку и попробуем поднять Андрея, если это вообще реально. О, есть! Погнали. Поднимай, у меня аптечка есть. Да я вижу, что это ты. Я поднимаю тебя. Идиот, тупица, просто реально тупица. А как? Я не понимаю. Он а чё он так незаметно подкрался вообще? Это бред какой-то, это невозможно вообще никак. Сейчас очень стрёмно было. Слышишь это? Да. О-о-о, надо дыхание перевести и дух. Вот сейчас он прям внезапно вылез, потому что. Короче, я на втором этаже нашел какую-то отмычку или пилу, которой можно перерезать провода на первом этаже. Нашел молот на втором этаже, с помощью которого что-то можно сделать. Находил ключи, находил стекло. Короче, нам надо как-то оттуда просто сбежать. Давай еще раз попробуем. Только в этот раз прям реально максимально аккуратно играем и все. Давай. Так, готов. Реально он, походу, на втором этаже. Так что давай попробуем. Давай, пока смотри, что... дядь, похуй, делаем красиво. Вот это что такое? Мы сюда не заходили. Ты тут был? Нет, а ты? Нет. Это спортзал. Вот смотри, вставай на козла. Боже мой, пей, да... Да, блядь! Дверь! Блять, ну почему я нахуй опять? Чудо-юдо! Да ладно, короче, сейчас мы как сделаем? Надо по новой, потому что мы опять умерли!
Я не понимаю, мы звуков не издавали вообще никаких. Он просто увидел нас там и все. Он просто нас там увидел и все. Но это реально бред какой-то, я не понимаю, как... Я не знаю, он какой-то непредсказуемый. Он вообще непредсказуемый никак, просто там реально буквально... Едем. Поехали, выезжаем. Группа нажимай быстро... быстрее кнопочку. Группа быстрого реагирования, выезжаем. Слышишь, возможно, криминал, погоним, погоним, поехали. Слышь, алло, знаешь, что мне больше всего нравится? Там написано, если что-то услышите, прячьтесь в шкафу. А шкафов я ни разу не видел, ни одного просто. Я от него однажды в кабинке спрятался, но дверь сломала, меня вытащила оттуда. Погнали, короче, пошли со мной, пошли со мной, пошли со мной. Понимаешь, это аморальная мразь, он. Да он вообще обнаглел, реально, слышишь? Погнали, вот здесь вот пойдем. Почему мы не можем приехать сюда с дробовиком и застрелить его на? Вот я тоже не буду, у нас только снаряжение там в этом. Сейчас, ну-ка. А это скорее всего выход, да, Олег? Где? Внизу, да, надо открыть. Нам надо выбраться отсюда. Наша главная задача — выбраться отсюда. Нам надо использовать просто как-то все эти предметы, которые мы находим, и все. Пока его нет, давай быстренько все шмонаем. О, вот здесь, смотри, вот скальпель нашел. Да, ножик. У меня нож есть. О, подожди. Что нашел? Не знаю, какое-то ведерко нашел. Это стекло. Стекло для отвлечения внимания. Просто кинь его куда-нибудь потом, если увидишь его. Как кинуть? Просто предмет выбираешь, колесико мышки. И этот. И просто. А, понял. Только не сейчас. Хорошо. В прошлый раз я здесь аптечку нашел. Здесь нету ее теперь. Пила! Я пилу нашел. Зачем генератор? Не знаю, просто чтоб свет. Пошли. О, дальше. Ладно, пошли. У нас ни одного ключа. А вот, короче, я в прошлый раз вот здесь вот нашел много предметов. Че? Закрыто. Хуйня. Короче, если мы сейчас его увидим на втором этаже, сразу бежим на первый. Хорошо, госпожа, как скажете. Здесь ключ какой-то нужен, чтобы открыть эту дверь. Закрыто, нахуй. По идее, он сейчас под нами должен быть. Аптечка, Олег. Бери. И здесь. Невозможно вообще никак! Это просто невозможно, я не понимаю, как это... Андрей еще жив. Андрей, ну недолго тебе осталось. Он за ним бежит? Все, Габелла. Ну я не знаю, ну тут реально как-то вообще выжить или нет, я не понимаю просто вообще. Ну шансов реально как будто бы просто ноль, нету такого ощущения? Да это вообще, блядь, нереально как-то просто вообще пройти. Просто ноль шансов на выживание, просто ноль. В общем, друзья, на этом моменте я предлагаю закончить наше сегодняшнее видео. Если вам понравилось и вы хотели бы увидеть продолжение и, возможно, ту самую серию, где мы сможем успешно сбежать от этого монстра из этой заброшенной школы, то обязательно пишите в комментариях и ставьте лайки. И тогда мы снова вернемся туда, чтобы сделать это вновь. Ну а на этом сегодня все. Огромное спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Всем пока-пока.